Здравствуйте, меня зовут Рагда Ханиева, мне 12 лет. Я из города Москва. Я выходила на сцену, волновалась, было волнение. Думала, что сфальшивлю или будет голос дрожать вначале от волнения. Но я вышла, уже повернулся Дима Билан. Да, ладно, хорошо. Но для меня главное, что все три повернулись. И потом, благи, о, да, хорошо. Потом Макс Фадеев, я такая, боже мой, как и прекрасный. И расстрела вся песня. Я выбирала Пелагею, потому что она очень веселая. Она мне подходит энергетически, душевно подходит. Она вообще мой кумир, я ее обожаю. Рагда была великолепна, мы безумно волновались. Вы знаете, вот за этим столом ноги подкашиваются, ватные, ничего не понимаешь первые минуты. И все, потом вышли, такая феерия энергии просто из нас была. Мы безумно счастливы, и мы очень гордимся нашей девочкой. Она хорошая, она очень добрая, сердечная, душевная. И знаете, что главное? Она умеет радоваться за других детей. Я хочу, чтобы все дети на этом проекте получили громадное удовольствие и были счастливы. Я маловарением занимаюсь. Она у нас великий маловар. Вся кухня была в мыле, в растворах, в пене. Да, в общем, у нас отвлекается так от всяких там сложных занятий. Придет, если уставшая, домой. Все, меня не трогайте, я варю мыло. В классе девочка принесла кусочек такое мыло. Я такой, ой, какой красивый кусок. Я говорю, она говорит, это я сама сделала. Ой, я такая спрашиваю, как это? Рассказала все ингредиенты. И, в общем, я начала это делать, и меня влекло туда очень сильно. И как бы, когда у меня плохое настроение, или когда мне, ну, я уже уставшая, даже я могу в три ночи стать мыло варить. Да, это у нас она так отвлекается, отдыхает. Мыли в хорошем смысле этого слова. Я могу и ваше мыло взять с вашим инициалом. Ничего себе. Сделай мыло голос. Да.